Золотой век этих машин был недолгим. Они активно строились в 30-х годах, но совершенно исчезли с полей сражений во времена Великой Отечественной войны. Бронированные автомобили и танкетки рабоче-крестьянской Красной Армии в фильме «Оружие». Первая мировая война дала обильную пищу для размышлений военным экспертам и теоретикам. Появление новых видов вооружений, опыт их боевого применения в корне изменили многие положения военной науки. Особое место в рядах сухопутных армий заняла бронетехника. Железные крепости на колесах и гусеницах рвали оборонительные полосы, поддерживали огнем пехоту и кавалерию, громили тылы врага. Именно широкое применение танков и бронеавтомобилей позволило преодолеть позиционный тупик мировой войны. Первые танки были тихоходными, неповоротливыми и слабо вооруженными. Только скоростной, оснащенный пулеметами и пушками бронеавтомобиль, был в состоянии поддержать огнем прорвавшуюся пехоту и кавалерию. Поэтому во всех промышленно развитых странах мира после Первой мировой войны наравне с легкими танками продолжали строить броневики. Их создавали в расчете на будущую маневренную войну моторов. Не был исключением и Советский Союз. В годы Первой мировой войны и Гражданской войны однозначно появились преимущества бронированных средств, которыми могли быть оснащены вооруженные силы. Но в 20-е годы прошлого века промышленность Советского Союза не обладала возможностью создавать в большом количестве бронированные средства, в частности танки, на гусеничном ходу. В связи с этим было принято решение о производстве другого класса бронированных машин, бронеавтомобилей, на базе серийных автомобильных агрегатов. Причем эти бронеавтомобили, конечно же, могли массово производиться в особый период, то есть во время войны, опять же, на базе серийных автомобильных агрегатов. Разработка новых типов отечественных бронеавтомобилей была тесно связана с именем Николая Дыренкова. Дыренков Николай Иванович, советский разработчик бронетехники. Годы жизни 1893-1937. Руководил опытно-конструкторским и испытательным бюро управления механизацией и моторизацией РККА на Ижорском заводе. Автор более 50 проектов танкеток, легких и средних бронеавтомобилей, танков, химических машин, броневагонов, автобронедрезин, бронетракторов. Погиб в период массовых репрессий. Одним из первых отечественных образцов стал бронеавтомобиль БА-27. Он был построен на базе грузовика АМО-Ф-15. Броневик имел пулеметно-пушечное вооружение, обладал неплохой скоростью и защищенностью. Всего Ижорский завод выпустил около 200 этих машин. БА-27 – средний бронеавтомобиль. Боевая масса 4,4 тонны. Длина 4,6 метра. Ширина 1,7 метра. Двигатель карбюраторный мощностью 35 лошадиных сил. Скорость 40 км в час. Запас хода 300 км. Вооружение. Пушка калибра 37 мм. Пулемет ДТ калибра 7,62 мм. Боевой расчет 4 человека. Эксплуатация в войсках показала, что БА-27 оказался не намного лучше устаревшего Остина. Слабый мотор едва тянул 4-тонную машину. Правда, вооружение было более солидным. И все-таки выпуск машины был оправдан. Дело в том, что к устаревшим броневикам времен Первой мировой и Гражданской войн уже не было запчастей. Ведь большая часть этих машин производилась на базе западных автомобилей. В 30-х годах конструирование и производство бронетехники для Красной Армии развернулось с большим размахом. Это стало возможным благодаря успехам в развитии советской промышленности. Один за другим появлялись новые машиностроительные, металлургические, автомобильные заводы. В Советском Союзе удалось наладить выпуск бронеавтомобилей сразу нескольких семейств. Легких, средних, тяжелых и специальных. Все они строились на базе гражданских легковушек и грузовиков. В то время в Советском Союзе уже было достаточное количество
автомобильных заводов, которые позволяли это сделать. В связи с этим широко стали развиваться бронеавтомобили и поставляться вооруженные силы. У броневиков были свои преимущества перед гусеничными машинами. Они быстрее передвигались по хорошим дорогам, имели гораздо больший запас хода. Применялись бронеавтомобили для боевого охранения, разведки и связи. В 1941 году на вооружении РККА состояло около 6000 бронеавтомобилей всех типов. Большая часть этих машин погибла в боях первых месяцев войны или досталась противнику в качестве трофеев. Трофейные советские бронеавтомобили активно использовались частями вермахта, армии Финляндии и Румынии. Наиболее успешным было их применение в антипартизанских действиях. В ходе войны производство бронеавтомобилей было резко сокращено. С 1942 года в СССР выпускался только легкий бронеавтомобиль БА-64. Вместе с легкими танками он применялся для разведки и связи. Еще одним направлением в развитии бронетехники начала 30-х годов стало создание танкеток. Это были сверхмалые безбашенные машины, обычно вооруженные одним или двумя пулеметами. В 20-30-х годах танкетки строили во многих странах. Необходимость наличия техники такого класса диктовалась военной теорией того времени. Это легко бронированные машины, имевшие в своем составе экипаж 1-2 человека и не имевшие башни, обладавшие высокой подвижностью, но невысоким уровнем защищенности. Танкетки пытались создавать в различных странах мира. Такие попытки проводились и в Советском Союзе. Причем разрабатывались несколько опытных образцов танкеток, но они так и не были приняты на вооружение. Значит, на то время технологии и уровень развития промышленности Советского Союза не позволял самостоятельно создать такие машины. Поэтому в 1929-30 годах были закуплены английские танкетки Carden Loyd, на базе которых были созданы по лицензии танкетки Т-27. В принципе, это, можно сказать, что единственная серийная советская танкетка, которая производилась по 1933 год, и в количестве примерно 3300 штук была поставлена Красную армию. Советский вариант почти не отличался от оригинала. Заменили только пулемет. Т-27 – легкая танкетка. Боевая масса 2,7 тонны. Длина 2,6 метра. Ширина 1,8 метра. Двигатель карбюраторный мощностью 40 лошадиных сил. Скорость 40 км в час. Запас хода 110 км. Вооружение – пулемет ДТ калибра 7,62 мм. Боевой расчет – 2 человека. Танкетки пытались использовать для поддержки пехоты в наступлении. Но в этом случае их боевая ценность была слишком низкой. Из-за малых габаритов они с большим трудом преодолевали препятствия. Противопульная броня давала слишком слабую защиту. Вооружение, состоявшее из одного пулемета, не позволяло эффективно поддерживать пехотинцев огнем. Постепенно сверхмалые машины стали выполнять более подходящие задания – разведывательные и связные. С ними танкетки справлялись вполне успешно. Военные специалисты старались расширить тактические возможности Т-27. На ее базе в 1931 году были созданы малые самоходно-артиллерийские установки, вооруженные пушками калибра 37 мм. Интересным оказался еще один эксперимент. Он был связан с только что родившимися воздушно-десантными войсками.
Для выполнения боевых задач десантники нуждались в повышении мобильности на земле и поддержке огнем. С этой целью применялись бронеавтомобили и танкетки. Для перевозки бронетехники использовался тяжелый бомбардировщик ТБ-3. В 1935 году на маневрах в Киевском военном округе провели экспериментальную переброску по воздуху танкетки Т-27. К началу Великой Отечественной войны на вооружении РККА было более 2000 танкеток. Опыт применения танкеток в реальной боевой обстановке со всей ясностью продемонстрировал органические недостатки этого вида техники. Машина имела очень плотную компоновку, не многочисленный экипаж. В результате те боевые задачи, которые могли бы на нее возлагаться, не могли быть выполнены таким малочисленным экипажем и слабым вооружением этих машин. Тем не менее, эти машины могли применяться и применялись для разведки и для связи. В то время средства связи беспроводные были еще не развитыми, и поэтому для связи между подразделениями и частями войск необходимо было подвижное бронированное средство. Этим средствами явились танкетки. Все советские танкетки были потеряны в первые же месяцы войны. Производство бронетехники этого класса не возобновлялось. Бронеавтомобили и танкетки довоенной разработки оказались слишком уязвимы для огня полевой и противотанковой артиллерии, а также ударов авиации. Поэтому они быстро утратили свою ценность и были выведены из системы вооружений Красной Армии.